обещал. А дед герой ты где? Спрятался, где за дверь? Ну, к сожалению, времена через 80 лет фашизм опять возрождается, возродилась в Европе. И она уже угрожает безопасности нашего государства. Мы, россияне, конечно, во главе этих всех идей стоят американцы. Сильная Россия, она никому не нужна. В 90-х годах, когда был исчез Советский Союз, вы знаете, в каком состоянии была наша страна, старшее поколение помнит, ни хлеба в магазинах было, ни зарплаты, ни пособий, ни пенсий. И в это время наша страна была разграблена. Все богатство страны уходило на Европу, акционеры все прихватили акции. Поэтому, когда наша страна с приходом нашего президента начала возрождаться, сильная Россия никого не устраивает, который имеет свой голос, который имеет свое мнение. А им надо, как европейцы, что сказали американцы, то и делать. Поэтому они сумели столкнуть два народа. Я считаю, что жители Украины, украинцы настоящие, они не виноваты в том, что сейчас творится. Есть там бандеровцы, есть там нацисты, которые хотят национальные идеи поднять, чтобы люди не могли говорить на своем языке, не могли свои традиции сохранять. К сожалению, вот так получилось, как уж получилось. Я же не буду долгие доклады считать. Поэтому, уважаемые мобилизованные, я только есть одно пожелание. Берегите себя, возвращайтесь с победой. Семьи ваши, которые, родственники, которые остаются, очень много принято законов, которые будут защищать ваши семьи. Мы по каждому мобилизованному гражданину, социальный отдел социальной защиты будет готовить социальный паспорт. Все проблемы, которые появятся в ваших семьях, они появятся в процессе жизни. Мы максимально их будем решать. Поэтому за свои семьи не расстраивайтесь. Вы добейтесь и приедьте поскорее к нам с победой. Добрый путь. Добрый день все, кто здесь присутствует, и доброе утро, наши мальчики. Сегодня вы идете защищать нас, нашу малую родину, нашу. Уважаемые провожающие, товарищи мобилизованные, 5 минут на проводы, а потом по команде в машину, крутимся в машину, в автобус перед вами. Пожалуйста, 5 минут.